Спонсор данного выпуска – сайт CSGO.Fast, который является одним из самых первых в своем роде и пользуется огромной популярностью по всему миру. Здесь вы сможете выиграть скины из Dota 2, CSGO и PUBG, большое количество режимов и круглосуточная техподдержка. Ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня челлендж сыграть 5 демонами. Приятного вам просмотра. Я сегодня играю в пати с Томми Хардом. У нас еще есть Гудвин, Артур и у нас еще Филипп играет. Кстати, что это такое вообще? А? Можно узнать, что за грязь тут творится? У нас проблемы, по-моему, да? Небольшие. У нас вроде проблемки, да? На линии. Интересные. Ой, а мы его не убьем? Да. Ну, подкоп еще 8 сек. Как же ему больно, слушай. Треди спал дамажит силовикам жестко. Вот, кстати, убили его. Есть? Че? Кто встретит? Добьешь? Да. Хорошо. А они встречаются. Отлично. Сейчас же крипы не встречаются, они не агрятся. Нет, в смысле, если блокать. Ябка бок. А, в смысле, своих? Да, в них. А это кто такая? А они... Они никак не будет. Ну, а ну сюда иди, не, я пообщаюсь с тобой. Убежит, иди сюда! Я об этом. Ой, у меня, короче, по-моему, в спиту есть небольшие проблемы, я заметил. Надо мне тапочек приобрести, короче, и нормально будет. Что такое дом? Ой, дом, господи. Гори в аду. Можешь? Да, это демон. Гори в аду. 5 демонов. Короче, возможно, у многих возникнут вопросы, почему здесь Леон. Но если прочитать описание героя, он к демонологии относится. Так что нормально. У него одна рука даже демонической стала. Да. Филиппа не понравилось. Вау. Зря они лесную легионку решили сделать. Ой. Увидели, у них типа клан тег, команда какая-то играет за нас. Да? Да. Чё за дроты, что ли? Блин, да, без топорика. О, так у него паушота, я... Подожди. Смотри, с чем учу. Так он сейчас умрет. Так як на самом деле, что? Вот. Мне нужно съесть кого-нибудь. Вот это... Мне нужен был крип, конечно, но я не хочу пропускать крипов. На следующем разе съем кого-нибудь. На земле. О, пошли сосалочки. Жесткий спел, давай. Руна забрала. Падла такая. Чё он не получится? Дай крипу тычку. Хорошо. Парни, ну у нас вообще все отлично. У нас морфлинг как бы такой курит немножко в сторонке. Парни, давайте в сухую их душим. Жога. Опять задушил. О, красава. Это красиво. Это красиво. Ему, его жизнь, судя по всему, ничему не учит, да? А, неплохо башит. Знаешь, как работает или что? Ну я примерно понимаю, есть. Куда надо подходит. Деревья, когда мало места, я зажимаю. Я знаю, можно что сейчас... Выкрывает, но, типа, а мы его сейчас убьем. Так, сейчас мне не дохнут. Есть стан на прощание? А, ты, так ты же вообще живешь? Ни хрена себе. Легионка помогать пришла. Я сейчас пообщаюсь с ним. Ай-яй-яй, с него сбросили. Ладно. Ну тут сложно было, да. Согласен. Так, можешь пофармить, пока я пойду найду кого-нибудь в лесу. Угу. Так, куда вы их делаете? Блин, вот почему так, а? Ну ладно. Леса ушла, что? А вон она! Блин, надо как-то избавиться от этих крипов. Так, ей нельзя дальше так его получить. А тут легионка. Если плохо. Убил. Парни, а можно забрать курьера? Не нужен? Да, да, сейчас я тушу его. И там соухи, ты понимаешь, в чем прикол? В чем рофл? И там соухи были. Че за фигня? Где
Где наши сатиры? Не догоняю я его почему-то. О, догоняю. Да, Бара тоже догоняет. Ничего, ничего. Так, можем вы их убить? Да я не думаю, не надо убить. Там он заканчивается. А почему второй? Да, на самом деле. Ой, как на других линиях у нас? Как там в меду? А, флагман закончилась. Да все в порядке. Убили разве? Ну, мы качаемся. Вот он наглый, а. Блин, я крипов пропускаю. Да ничего, я тут вроде на мовспиде, если что. Пофарми пока. Давай. Я пойду посмотрю. Может там сатир все-таки есть. Сатир нам вообще было бы прям огонь на линии. Я тут сделаю. Давай. О, да. Вот сейчас будет веселье. Фичку еще порезали. Ну все, реген идет. Это уж. На шайну попался. Курочку взял. Кстати, они на шайну что ли пошли? Вот сюда вот. Возможно. Вот, может идет. Можно с тобой забайки набирать. Да, они думают, что ему урона хватит. Да, давай, Сандой. Сейчас, подожди. Я решил так вот сделать. Вот это рофл сейчас был. И этого, и этого. Давай. Я нормально. Найс. Отлично. Так, я быстро на базу сбегал. Демоны рулят, демоны тащат. Я тебе не могу там сами просто играю. Да, я понял. Я получился видел? А, не получился, я не подблокал, блин. Ничего. Это странец. Так. Тут феечка-то все еще тут. Да, ну ты аккуратнее. Просто фармим. Нет смысла на них давить. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Ну, держим пока их. Чего нам не прикрыли? Что ты там ловкость перекачиваешься, да? Ну, кстати, сейчас убить можем. Со своим спелом с этим. Ну, а подождай тогда чуть-чуть. У меня 6 секунд. Ой-ой, у меня нет астрала. У меня КД астрал. Готов. Что, можем? Да-да-да. Он успел перекачку нажать, мы его не убьем. Ладно. Я могу выиграть время. Значит, это относится. Он, кстати, вард сбил, может, с него тут вард сбил. У него льда есть. У нас баунти, кстати, есть. Да. Нифига, нифига себе, ребят, 4 человека. Да, душат. Ну, у них на других линиях. Любое ТП, на других линиях у них никого нету. Любое ТП мы их убиваем. Я к тому, что... У меня ТП-шка в рюкзаке была, я не мог прилететь. Да тебе зачем лететь? Что на хабзе? Подожди. Есть тан? Иду, иду, да. Иду. Хорошо. Найс. У меня дом появился. А можем на шайн сходить? Да, я бы сходил. Сейчас, давай этих крипов зафармим. Да, нужен. Вы что, идёшь? Идёшь, наш Райан? Не-не-не. А, нужна Аркан Руна? Нет. У меня Дум есть, можно сейчас еще раз с Мономорфа убить. Можно, да. Ладно, ты приходил ко мне. Надо только как-то, чтоб он перекачку. Может, ты хекс перманентно ему дашь? Давай. Мне нужно хопа. Убиваем? Все, он умер. Я кого-то. Замедли вообще. Походу мне тут что-то будет больно. Нагоняюсь. Я подставлюсь, я подставлюсь. Он на меня я подставлюсь. Перед хайграундом вот так вот. А, я тут даже так. Форма закончилась. А, похорона. Я, кстати, их должен убивать. Есть ульта? Отлично. Нифига себе. Вы что, жесткие? Да не, мы так. Курочку взял. Ну, морф на самом деле он как бы, наверное, сгорел там полностью. Так, легионка здесь.
А что это у софтмалтика у меня? Легионка пятая, у нее нет ульты. Еще сквозь бег на 5 меньше. У меня даггер скоро будет. Фарфа сейчас, кстати, можем убить. Хочешь? Давай. Я в баше. Дашь ему еще что-нибудь? Хорошо. Это можно чуть-чуть подкотить. А, ладно, пусть бежит. Просто, я еще представляю, как у него пупкан горит. На можем убить? Чит, да? Давай. Ну что, отряд демонов? Что там делает Морф, я не понял. Они хотят саппорта убить? Что-то хотят. Забьёшь? Можем подлез? Лошары? Давайте, цепляйте его. Я следующий цепляю его. Давай. Ну, не, не зацеплюсь. Не зацепишь? У меня маны нет. Я сейчас его я остановлю его. Как? Вот так. Порядка, он прибежит. Так, все, у меня станчик будет. Дайвинг закончил. Пацаны, тащу. У меня нету. У меня маны нету. Я могу вот мангу скинуть в Леона. Нет, у меня прям похоже. Тогда давайте отрегентись. Нормально. И так хорошо все было. Какие же демоны мощные. Демоны. Просто 5 демонов. Тюк, если я тебе вкину мангу и спрячу, дашь ему дум? Да. Я его прячу, потом... Он не подставится так просто в наглую. Ну да, и он укатится на водичке своей. Все, погнали. Здесь только фарма, на самом деле, много. Нам, наверное, надо собираться вместе, в пятером, пацаны. Сейчас самое время. Собираться и идти, душить. Так, мне надо что-то, короче, кларетов принести себе. Я могу ману залить. Было бы неплохо. Подойдете? Все вместе. Да. Ооо, шикарно. Может скан? Нет. Ребят, пойдемте путешествовать по карте. Ага, один на верхутке остался. В общем, я пека даю вас. Хорошо. Вы на Дарквиллу? Не знаю. Давайте я думаю, не дам ей просто. И все, и не будем париться. Может, как-то. Давайте. Ну здесь дум, по-моему, не нужен, да? Так, по таймингу. Она улетит. Не-не-не, она сгорит. Она сгорит. Оп, она сгорит. Теперь вот тут фармить явно. Да, ты прав. А он что, вообще не понимает? Ну, шайном будет пляться. Двоих подкопал там. Ой, у меня хекс. Я тебя заскалю, Серёг. Давай. А я лучше ее заскалю вообще. Ну, либо у так. У меня хекс сейчас будет. Отлично. Найс. Ман дал всем? Да. Пушим мид. Да. Попробуем. Ну что же, аркан купить? Блин, мне кажется, я сейчас куплю еще плюс доминатор, типа аура от сатира плюс доминатор, у нас такой реген будет сумасшедший. Да. Ну, по 20. Это будет жестко. Так, нам, наверное, наверх надо переместиться, там два тавара стоят. Пойдем наверх? Пойдемте. Ну, только без ТП-шки на ноге. Очень беги на ноге. Бедняга. Я пока что не боец, парни, не буду фармить, у меня фармы.
Отлично. Не вот. Они вряд ли, они не будут дефать этот товар по-любому. Понятно, они будут. Они дураками будут, если будут дефать его. Капец, у меня замах долги. Двигается. О, смотри, хотят дефать. Да не, он убегает. Так, посмотрит, как мы товар. Да. Ну, о, нашелся. Офигеть. Прячь, прячь. Она сгорит. Дальше идем? Могу зацепить. Ну, если зацепишь, я ультану в нее. Да. Блин, она так быстро бежит. У тебя в лимбе там, блин. Зря потратила. Ой. Не успеваю. Может быть. Ладно, забейте. Да почему? Почему? Ну мы не успеваем. Типа, ну куда? Что-то далеко, по-моему, не? Я Стан? Сниму. Будет? Ах, я мясую. О, не, не будет. Чисто мясы стопроцентные. Готов сломаем? Да, давай. Чёси там, что-то один стоит. А есть вард вот сюда поставить у кого-нибудь? Да, он не просто жоги там кугали тело, не мог раньше нести. 25-6. Мощно стартанули. Что-то мы их душим прям. Прям, да, задушили. Ну, это что-то оправляю это слово. Прикольное слово, но... Душить. Ну да. Да, максимально правильное. Душить, а что мы делаем сейчас? Душим? Собаку? Качи. Ну они же вряд ли там вроде стоят. Какой же долгий у него замах, просто жесть. Лизя же три раза ударила. Миллион лет замахивается. Там-то два. Давайте, давайте. С форга, может, вообще на Т3 зайдем. Давайте, да, можно попробовать. А у него юлов еще нет, но ударквилла. У него вообще все не очень. Там у них, да, у них проблемки. А, мои-то не превратились. О. Да, я же говорю, они выходят. Они выходят мид. ТП их нет у меня. Давайте зайдем, пока форма. Давайте, пока не бегают, заходим на хэгион. Да. Они думают, что мы не пойдем, они ошибаются. Капец, она сейчас сгорать будет. Что это он устал? Хрена себе. Ой-ой-ой. Морф, конечно, жарит. А ну-ка сюда иди. Ого. Что творят демоны? Что творят? А ну крампажечку. Почему у вас так много киллов? У одного 11, у другого 12. Голодные. У третьего один. У меня три. Серега с Светкой отверткой в скобочках Артуром. У меня сейчас сражает под конец. Давайте отойдем, у меня формы нет, мы тут отделаемся легко. Давайте, они уже все ресаются, надо отойти. Что там, морф голый? Морф голый. Фу, морфа уничтожили. А у меня 4500 денег тем временем. Кайф. Че, шиву собрать? Или хекс купить? Хекс пожёстче, наверное, будет, да? Ну, хекс-то сильно, да. Хекс суперсильный артефакт. Он тебе мана даст очень много. Помимо всего. Так, подождите. Сюда идут. Можешь его как зайти? Возьми хосту, погнали. Сейчас. Они в арты пошли туда, считай. Тут кто-то есть. А, это на меня разбег был. Ладно, окей. Тут даже не надо. Вот-вот-вот-вот, нашел. Черт, меня связали. Ой. В то время, когда меня домой отправили. Нормально? Пьяный, что ли, Артур? Выпил, походу. Успеваемый. Можешь не дотягивать? Не догоняю. Может, там еще зайдет. Ладно, назад. У меня форма есть. Заходим на КГ?
Да. У меня 20 секунд, 25 до дума. Может, подождем? Давайте подождем. То есть, а если я в форме тебе стрел кинул, тебя ты тоже будешь, да, ну, бомжовый, да? Да, буду в форме. 15 секунд, и у меня как раз и земля, и дум будет. Ну, типа, это твой таргет. Мои таргеты превращаются, твои нет. То есть ты должен нажать на приблизить, и тогда я буду в форме. Вот, так, опять мы их задушили. Под демоны. Демоны. Какой батюшка? Все, я готов драться. Может драться. Как парни, я буду в морфа прыгать. Да, а вы колючки пособирать? Блин. Не, не могу. Подступали. Вовремя дал. Я же в курсе. А чё у меня-то? Ой, ну хоть чуть-чуть взял кило. Спасибо, парни. Сразу угнал на 6. Вообще без шансов, по-моему. Да. Чё-то демоны слишком сильные. Ну, плюс линии были очень удачные. Ну, из-за того, что у них лего была лесная, вот это вот прям вообще глобальная ошибка была. Она на бот перетянулась, она лес почти не фармила. Да? Они там меня напрягали. Сани. Они с четвером на бот перетянулись, но они забыли, что еще есть сейф и дум. А я все равно фармил. У меня херкс готов. Может душить, парни. Душить, душить. Так, у меня догон готов. Я могу захексить морфа. Или вот этого. Ой-ой-ой, я просто с ульты вырубил. Ой-ой-ой, побежали, побежали. Да, неприятно спал. Добили бы, о, спасибо. Давайте оставим голую базу, давайте шайни поломаем. Живучая, может капли? Три койла там. Поймал. Я скажу. Вот теперь она не должна выжить. Что происходит? Какие же мы демоны? Слабаться будешь? Да. А это? Ну все, пора закончить. А я блинк сделаю. 22 минуты и 3 секунды понадобилось для того, чтобы демонам игру выиграть.